моя страница. Только наш на вопрос, куда идешь, отвечает: сейчас вернусь. А вы чего, женщины, смеетесь? Это вы так отвечаете. Невозможно жену спросить, какая погода в Москве, когда звонишь, или в Риге. Звонишь, говоришь: какая погода в Риге? Он говорит: я хотела на базар сходить. Я тебя не спрашивал, куда ты хотела сходить. Понимаешь? Я говорю: погода. А огурцов не было. А мне какое дело, что огурцов не было? Уникальный народ мы. Только на российских пляжах буйки ставят в несколько линий. Первые буйки так, за которые нельзя заплывать. А вторые, за которые серьезно не надо. Только в России мужик, узнав, что в гей-клубах водка стоит 50 рублей, может пересмотреть свою ориентацию. Только у русского человека любая вещь в доме проходит три этапа: балкон, гараж, дача. При этом только наш человек, каждый знает, как обустроить Россию, но не может прибраться на собственном балконе. И только наш, когда ему звонишь на работу и спрашиваешь, что делаешь, отвечает: да ничего, я на работе. И, наконец, только в России из перевернутой машины может доноситься смех.